А там азист этот. Мы жильцы 4-го микрорайона и обнаружили стихийно образовавшуюся свалку. Буквально в сентябре ее не было, и за 3-4 месяца она возросла просто до нереальных размеров. И мы, как жильцы, не можем равнодушно на это смотреть, потому что мы за экологию, мы за чистую природу, мы здесь живем с детками, мы гуляем, мы хотим дышать чистым свежим воздухом и незагрязненным. И поэтому мы хотим бороться и дождаться справедливости, чтобы эту свалку просто убрали. Слушай, а что вы здесь выбрасываете? А что? Я говорю, ну а что вот? Это же мусор, это не мусор, это строительные отходы. Понимаешь, мы еще мусор. Если ничто не предпринимать, у нас народ какой? Там, где бросили, значит, там можно. Все начинается с одного пакетика, двух пакетиков, с одного кузова мусора. Значит, здесь можно бросать, значит, здесь не безнаказанно. Но можно предположить, что будет дальше. Это будет просто с геометрической прогрессией разрастаться, вот, если ничто не предпринять. Потому что территория их, и обяжут их убрать эту же свалку. А у них дворник, да, несколько строительных компаний. Так же это?